В минувшие выходные в Парке Дружбы стартовали всероссийские соревнования «Лыжня России-2015». В этом году традиционный зимний забег прошел на Тамбовщине в 11-й раз. Подробнее о массовом старте Роман Плешаков. Пошел! Давай работать! На лыжню вышли лыжники всех возрастов. В массовом забеге приняли участие более 4000 человек. Спортсмены были разделены на группы. Мальчики и девочки 2001 года рождения и моложе прошли дистанцию в 1,5 километра. 3 километра трассы прошли юноши и девушки 97 года и моложе, а также женщины и ветераны. Основной забег мужчины пробежали на лыжне протяженностью в 5 километров. В свою очередь участники традиционного VIP-забега преодолели дистанцию в 2015 метров. Мне главное участие. Тут возраст играет роль. Правильно, да? Вот ветеранов когда, там маленько получше. А тут главное выйти и дойти. Лыжня России 2015 приурочена к годовщине со дня открытия Олимпийских игр в Сочи. На месте проведения соревнований все желающие могли сфотографироваться с олимпийским факелом и факелоносцами. А участники лыжной гонки могли восстановить силы и подкрепиться в специально организованной полевой кухне. Организаторы соревнований подготовили прекрасную, великолепную трассу. Погода просто прекрасная. И, в общем-то, лыжня подготовлена на высоком уровне. Я думаю, все получат, кто будет участвовать, все получат удовольствие, проезжая каждый свою дистанцию. Главное не победа, а участие. Многие выходили на старт ради того, чтобы доказать себе, что они могут преодолеть дистанцию. А победители соревнований были награждены кубками, медалями и денежными сертификатами. Роман Плешаков, Владимир Моисеев, Наталья Демина, «Область новостей».